Комплект для зимних прогулок с малышами. Конверт, трансформер и муфта для рук, чтобы катать коляску. Конверт прекрасно застегнется на коляске, санках, а также в автокресле. Он рассчитан на температурный режим до минус 30 градусов. Зимний конверт-трансформер растет вместе с малышом от 85 сантиметров до 105 сантиметров. Может закрепиться в автокресле, в коляске. Посмотрите, здесь имеются отверстия для ремней, а также на капюшоне надежная резинка. Про капюшон. Капюшон у нас трансформер. Он может иметь свою традиционную форму, чтобы защитить малыша от ветра, снега или снега с дождем. Также имеются удобные резинки, при помощи которых вы можете затянуть капюшон и превратить его в кокон, таким образом защитив от более сильного ветра. При помощи молнии вы можете трансформировать данный капюшон в одеяло. Сразу хочу обратить внимание на качество исполнения. Посмотрите, как надежно вшиты молнии, нигде не торчит ни одной ниточки. Здесь у нас с вами на молнии защита от защипывания. Еще раз посмотрите, как все качественно выполнено. Вверх материала у нас надежная мембрана. Обратите внимание на милые детали. Помпон из эко-меха размещен на капюшоне. При желании вы можете его снять. Также есть помпон из эко-меха на боковой молнии, и он также съемный. Обратите внимание на детали исполнения. Здесь у нас блестящая с люрексом нить, которая позволит вам снять или вернуть на место помпон из эко-меха. На верхней части зимнего конверта-трансформера располагается светоотражающий элемент, что повышает защиту малыша. А вот так зимний конверт-трансформер выглядит в размере 85 сантиметров. Причем сделать это легко и просто. Вот у нас часть, которая отстегивается. Если мы вернем ее обратно, пристегнем к конверту, он получится уже размером на 105 сантиметров. Здесь у нас с вами по молнии, кстати, также светоотражающий элемент. В комплекте к зимнему конверту-трансформеру идет муфта, которую вы сможете закрепить на коляску во время прогулки. Причем муфта тоже трансформер. Итак, первый вариант. Вы можете использовать ее как подстилку на лавочку во время прогулки. Здесь также утеплитель 400 граммов, в составе натуральная овечья шерсть, а внешняя сторона влага, ветрозащитная мембрана. Муфта подойдет коляскам с ручками любого типа. Муфта легко трансформируется в такие очаровательные варежки. Комплект для прогулок зимой с малышом 2 в одном. Муфта-трансформер, который трансформируется в варежки, зимний конверт-трансформер, который растет вместе с малышом от 85 сантиметров до 105 сантиметров. Есть различные цветовые варианты. Здесь еще отличается и ткань верха. Это дюспа с водоотталкивающей пропиткой. Но остальные все детали остаются на месте.